Друзья, приветствую. Итак, сегодня 2021 год, и мы в этом году выступаем с огромным стендом 12 квадратных метров на выставке «Самара Экспо Волга. Охота и рыбалка». У нас будут представлены новинки «Практик 7», значит, будут новые фонарики компании «Практик Актив». Мультицвет в маленьком большом размере, можно будет прийти посмотреть. Также будут представлены самые популярные камеры. Это, значит, ЯС-52, Калипсо, и даже у нас в наличии будет Мурена. Значит, также в этом году мы запускаем новый проект «Мир капитана». Он объединит все мои проекты. И на нем можно будет найти любой эхолот. То есть все, что связано с нами, с капитанами, будет все находиться на этом сайте. Также у нас теперь появляется линейка Дипер. Тут практика ЯС-52, компакты, активы. И моя гордость — это вся линейка у нас будет представлена. То есть Raymarin, Garmin, Commodore. Из Lowrance, значит, представим абсолютно всю линейку. Новиночка будет семерка, правда, FS, потому что девятка у нас до сих пор в предзаказе. 12-й HDS, 9-й, серия Triple Shot, Elite T2. То есть приходите, друзья, я вам все расскажу, пообщаемся, пощелкаем. Ну и, наверное, скоро ждите на канале полностью обзор каждого подробного эхолота, потому что я провел анализ, и на нем, ну, уже расскажу, какие эхолоты лучше всего выбрать в 2021 году. Но это будет чуть-чуть попозже. Спасибо.